В Рязани открылась выставка 18 художников-любителей из разных районов области. В экспозиции живопись и графика. Многие работы написаны во время путешествий. То, что у авторов нет профессионального образования, на красоте и эмоциональности полотен никак не сказывается, убедилась Дина Исляева. На выставках художников-любителей можно увидеть работы совершенно необычные. Например, серия пейзажей, рамки которых выкрашены в тон работ. А рядом полотна экспериментатора. Николай Горозеев написал «Крым», подражая известному русскому художнику. И никто не упрекнет его в плагиате. Автор просто искал новую форму самовыражения. Я был в Гурзуфе, в доме-музее Коровина. И решил под него сработать, под Коровина. Я это этюд быстро сделал, вот море. Это в таком стиле у меня единственная работа получилась. Надо сказать, что увлечение искусством для большинства авторов просто хобби. Николай Горозеев, полковник внутренней службы. А врач из Старожилова Анатолий Ефремов привез на выставку портрет соседа с собакой. В мягких чертах и прописанных деталях его работ много декоративности, но зрители все равно в восторге. Столько искренности и душевной простоты можно увидеть только у художников-любителей. Мне кажется, это вообще выставка, лучшее произведение наших вот самодеятельных художников. Я всегда посещаю выставки, но это прям замечательное. Мне кажется, они свои лучшие работы привезли. Конечно, очень нравится. Но впечатления вообще великолепные, просто великолепные. Столько радости, вот столько радости, я не знаю, такие краски яркие, хорошие. Не знаю, понравилось все. На выставке почти 170 картин 18 авторов. Посмотреть на них можно до 29 августа. Вход для зрителей бесплатный. Дина Исляева, Виталий Ржавский, РЕН-ТВ, Рязань.